Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан, и вы видите меня в последний раз. Шутка. Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан, и сегодня у нас новая реакция и новый формат реакции. Дело в том, что меня всегда напрягало вот это нахождение в кадре. Я чувствовал себя неловко, но это правило Ютуба. Чтобы уникализировать видео, я должен быть в кадре и делать это видео уникальным. Как вы знаете, свыше 300 видео мне пришлось удалить из-за того, что YouTube посчитал, что это просто перезалив видео с других каналов. И я вчера ночью лежал и думал, как можно это все сделать, чтобы и не нарушить правила YouTube, но и чтобы себя оттуда убрать, потому что это не моя реакция, так как я весь день работаю с этим материалом, и я знаю там, что будет буквально до каждой секунды. И я решил, что эти реакции, то есть теперь в кружочках будете вы, а именно подписчики. Сегодня у нас в гостях будет Альфия, это очень... один из самых первых подписчиков нашего канала. Многие, наверное, ее знают по веселым комментариям. Далее любой может поучаствовать в нашем видео. Просто пишите в комментариях, пишите, какой реакционер вам нравится, какие песни вам нравятся, и я попробую. И я, когда буду переводить что-то, допустим, данного реакционера и данная песня, если что-то будет сходиться, я буду случайным образом выбирать кого-то из вас. И я думаю, так вам будет самим интереснее увидеть других DRs, как они смотрят эти реакции с переводом. Я думаю, в каждом из них вы увидите себя. И это будет намного интереснее, потому что это будет по-настоящему живая реакция. Напишите свое мнение в комментариях, если вам понравится. Давайте попробуем. Всем приятного просмотра. Привет, красавицы и красавчики! Сегодня у нас очередная реакция на Димаша. Сегодня у нас, без сомнения, самый лучший голос, который я когда-либо слышал. Я думаю, Димаш такой певец, как Венерина Мухоловка. В том смысле, что все свои песни он начинает так мягко, нежно, а потом как хрясь, срывает всем чердаки этими сумасшедшими нотами. Я чуть не забыл, что я делаю видеореакцию.
Блин, я же записываю. Нужно ж делать паузы. Скажу честно, Димаш просто захватывает мой разум. Потому что это было ошеломительно. То, как он подошел к этой песне. Я полагаю, это кавер на ту песню All By Myself, которую я знаю. Просто иногда у Димаша встречаются песни, по названию похожие на другие песни. Но народ, если кто и сделает кавер на такую вокально безумную песню, как All By Myself, и исполнит ее максимально близко к оригиналу, так это будет вот этот парень. Уж этот человек. Он пришелец. У него сумасшедший голос. И это мое самое любименькое. Когда он делает вот так. Когда ты думаешь, что все безмятежно и все устаканилось, он такой, ну чё, не ждали? И он взлетает вверх. Вот что я хотел сказать, когда говорил про Венерину мухоловку. Он заманивает тебя своим нежным шепотом. Ну а потом переключается в настоящего монстра. Ну кто так еще делает? Также в этом видео я постоянно вижу парня в белом и парня с бешеной прической. Кто это такие? Я уже сделал более 15 реакций на Димаша.
15 разных песен, разных стилей, разных выступлений, каверы, оригиналы. Я посмотрел очень много Димаша. И вот каждый раз, когда я слушаю этого человека, я в полном ауте. И это каждый раз. То слезы в глазах, то мурашки и даже кровь. У меня кровь стынет в жилах. Понимаете, это что-то невероятное. Этот человек совершенно на другом уровне. И нет больше таких, как Димаш. Вот нет и все. Я даже не знаю, что еще добавить. Это же... удивительное выступление. Удивительное. Это что-то из ряда вон выходящее. Я никогда не слышал такой кавер на All By Myself. В конце песни он уже просто игрался с публикой и демонстрировал свои вокальные навыки. Ну а чё, с таким голосом, который будто бы контролируется компьютером. У него как будто бы на шее есть переключатель, с помощью которого он может менять высоту, звучание и все такое одним движением пальца. Да он поет, как дышит. Я, наверное, никогда не устану быть в этом шоковом и удивленном состоянии. Каждый раз, слушая его, я вот сижу здесь и не верю своим ушам. Это ж опупеть. А еще я обожаю вот эту самоуверенную улыбку на его лице, которая говорит о том, что он знает, что сейчас снесет вам башню. Вот эти его улыбочки на камеру. А потом он вытягивает руку и бам! Бам! Я серьезно, там, наверное, всем люстрам кранты. Походу, все стекла и окна вдребезги. Это ошалеть. Таких, как Димаш, больше нет. Нет. И я не знаю, будет ли когда-нибудь вообще такой. Парень просто совершенно уникальный талант. В это тяжело поверить. Это будто сон. Каждый раз, когда я заканчиваю делать реакцию на Димаша, я уже хочу сделать новую реакцию на него. Хорошо, я очень рада, что участвовала в этой замечательной идее Асылхана. Мне очень понравилась и реакция, и перевод замечательный. Ненароком хотелось посмотреть на свои окна и стекла, чтобы все было в порядке. Это здорово. Это здорово, что мы все одной семьей участвуем в этом. Всем привет! Всем спасибо за внимание. Спасибо Альфие и Люку за реакцию. Теперь каждый из вас сможет поучаствовать в создании новых видео. Вам достаточно написать в комментариях, изъявить желание. И я случайным образом выберу кого-то из вас на следующий перевод. Всех люблю, всех обнял. Пока!